Друзья, всем привет! В общем, уехала вчера моя девушка, Женечка, и уже как-то очень сильно скучаю по ней. Уже реально, вот только вчера она уехала, у меня уже такое ощущение почему-то, как будто я ее давно не видел, вот. И вчера, когда я ее провел на такси, да, потом вернулся домой, в комнату захожу, и у меня прям такое ощущение пустоты, вот, ну, как будто вот реально, знаете, вот, ну, что-то не хватает. Уже действительно вот расставание уже так вот именно становится все тяжелее и тяжелее, да, вот эти вот разлуки на какое-то время, вот, и уже хочется именно постоянно вместе жить, вот. Ну, короче, мы как планируем, я сниму квартиру, да, и все, она уже приедет ко мне навсегда. И больше никогда не будем с ней расставаться, вот. Будем для вас стримы совместные проводить, ролики совместные записывать. Вот. Уже не хочется, конечно, вот эти вот разлуки как-то. Привыкаешь так, ну и... А потом уже, когда разлука, как-то чувствуешь себя, ну, одиноко. Вот. Как бы не в своей тарелке. Вот. И уже думаю, скорее бы вот так, правда, квартиру снять и вместе жить, и чтобы все было нормально. И вроде бы вот, ну, Женя неделю у меня пробыла, да. Но это небольшой срок, как бы не очень много, да. Но как-то вот эмоционально, кажется, как будто очень-очень много событий произошло за эту неделю. Ну, просто вспоминаешь даже... каждую мелочь, да, вот именно, как мы общались, как мы готовили кушать, как мы там иногда там спорили, вот. Ну, короче, все мелочи вспоминаешь какие-то, и вот именно, какие были связаны с любимым человеком, вот. И кажется, как будто эта неделя вместила очень-очень много событий, вот. Поэтому... Блин, ну реально хочется, чтобы она опять поскорее назад уже приехала, и чтобы мы уже постоянно жили вместе, вот, и никогда не расставались. А если бы куда и ехали, то ехали бы тут только вместе. Вот. Реально очень сильно по ней скучаю. Действительно очень не хватает ее. Вот. Сейчас видео посмотрел на ее канале. Вот, как она там на вокзале кофе пьет. Как она к поезду бежала. А, друзья, кстати, вам хотел сказать, ну, кто не подписан на канал у моей девушки, то подпишитесь, пожалуйста. Вот, я ссылочку на ее канал оставлю в описании под этим видео. Вот, подпишитесь, пожалуйста, я буду очень рад и буду очень благодарен вам. Вот. Так что, друзья, вот такие вот дела. Скучаю по своей девушке. Уже, правда, как-то уже не хватает. Вот, даже вот то, что... Я говорю, мы иногда так чуть-чуть спорили. Ну так, слегка, да. И то как-то уже скучаешь по этому. Потому что, ну, реально хочется с человеком, с любимым человеком все интересно. Вот. Поэтому. Вот так вот. Сейчас я на работе сижу. И такое вот именно чувство одиночества вообще. Реально. Вот. Сразу включил ее ролики, посмотрел. И ролики ее посмотрел, мне как-то еще сильнее к ней потянуло. Вот, да, скорее бы уже встретиться, чтобы вместе быть. Было бы, конечно, классно. Очень-очень сильно скучаю по ней. Вот, ну ладно, друзья, это такое вот коротенькое видео. Решил с вами поделиться мыслями и эмоциями. Вот. Так что... Подписывайтесь, пожалуйста, на канал моей девушки, я буду очень-очень рад. Ссылочка на ее канал будет под этим видео в описании. Ладно, друзья, всем спасибо за просмотр, желаю вам счастья, здоровья, удачи и всего-всего самого наилучшего. Все, друзья, всем пока.